Позвал друзей за соком. Вот они поставили бутылочки. Все течет мимо. Все мимо течет. Вот такие у них эти здесь прибамбасы. Вот так вот. На второй-то там он от шариковой ручки. Да уж. Ну вот, сейчас посмотрим, что они тут поставили. Вот я убираю весь сок мимо. Сока захотели, ребята. Че, пусть стоит или поправим им? Пусть стоит, да? Да. Сюда иди еще посними. Это вообще авторучку в отводе. А сок вот он где. Я знаю, я же ее выкинул, эту авторучку. Он говорит, твоя, я говорю, моя. Я возьму, ну забирай. Ну-ка, сейчас посмотрим. Ой, ё-моё. То же самое. То же самое, да? Это вообще от капельницы какой-то это. Шланг. Тут они на шланг улупили. От капельницы. А там что? То же самое. То же шланг. Ну чё? Не будем поправлять, да? Ну там капнуло с ложку. Ну ладно. А? Деревяшку забиваем. Она же... Много ничего. Показывай, где у тебя тут соки стоят. Не трогай, блядь. Такого быть. Где у тебя здесь что? Ну-ка. Чуть-чуть. Ё-моё. Ну как же так-то, Вова? А вот она не текла, я думал, она растекется. А она... Ах ты! Не начала течь. Эван, что, а тут-то что у нас? А тут как было, так и осталось, да? Да. Ну что с тобой делать, а? До тебя ничего не еще так и не дошло, что ли? А? Значит, надо к той, которая течет. Да. А не которая вдруг, ну, так... вдруг-то течет. Так, а... Течет? Уже тек. Ну а ты когда открывал, ты распечатал, что, не видел, что там сок лежит? Нет, не текла. Не текла, а зачем ты туда ставил? Я думал, оттает. Ну-ка, пойдем. А тут? У тебя что там? Да, ну-ка, показывай. Да нет у них. Не может такого быть. А он набрал там это, и то с мухами с какими-то. А тут с мухами нету. Как нету? Смотри. А? Вот, и сколько набежало. Это все, что ли? Да. Пойдем сюда, иди сюда. Вот тут у тебя, смотрю, бутылка стояла. Стояла. А вот это что такое? Ну это сок. А почему он здесь-то у тебя? Да здесь не стояла у меня бутылка. Ну вот. Как не стояла эта дырка, да где? Ну это просто дырка там. Да там стояла тут бутылка. Ну хорошо, а, вот. Ну, а вот, вот тут? Ну вот стоит, видишь, а он там выбежал, туда выбежал, а бутылку не так хер. А почему он туда-то выбежал? Да я хер бы его знал. Ну как хер бы его знал? Смотри сюда. Ну это дырочка. Два высших образования у человека. Не стыдно? Не, ну так ты же тоже пластмасску вставляешь. Да не вставляю я никакие пластмасски. Ты посмотри, что у нас стоит-то. А там, что там у вас? Я не вижу ничего. А! Поставь. Подожди. Я ну, тебе сейчас пока. Давал мне такие эту пластмасски. Я тебе не давал, ты ее подобрал с земли. Подобрал, да. А сюда я вставлял эту. Вот отрывал вот эту. Бабу. Да не надо ее отрывать. Не вставляй такое говно. Но тебе не будет соку. А, подойди. Бутылочку поставил на место? Ну, тебе еще возвращаться придется назад. Пойдем, посмотрим. Ё-моё. Ну-ка, шляпу сними. Вот, далеко ходить не надо, смотри. Смотри. Вот, смотри. Смотри. Ставишь. Берешь булыжник. Это забьется. Примерно, я тебе говорю, вот так вот должно быть.
то ли был, то ли он похоже был. Ну видишь, сосулька внизу. Значит, он капал все-таки с нее. Сейчас он замерз. Когда холодно, он тут примерзает. Потрогай. Да я отвержу. Нет, ты ее потрогай. Нафиг. Видишь, я ее забил туда. И дырочка просверленная. Вот, сок. А у вас что? Я беру потом бутылку, так вот еще привязываю. Могу вот здесь ее, могу выше ее повешать, куда угодно. А вы что сделали? Вы взяли, вот поднялись с земли трубку, какую-то палочку, нашли вот трубку. О, дырка есть. Вставили. Нет, у меня вот. Ну какая разница? Нет, у меня тоньше сверло. Ну вот, меня... вот. Но ее надо очень ее плотно, залить. Плотно. А иначе вот так вот тут будет просто течь. Не знаю, я клен вот с этой трубки у меня натекла полная. Это же у тебя не это, это система, ну ты просто шланг воткнул. А тебе надо саму системную иглу туда вбивать, она на конус идет. И сверло поменьше, чтобы когда вбиваешь, чтобы оно тебя расперло, расклинило там ее. Все. Вот. И она замерзшая, потому что просто замерзшая. Да, она замерзла. Вон, видно. Все. А из какого дерева вот это? С любого. Хоть с березы, отломи сучок. Не надо им с березы. Им надо делать с бука. Желательно с бука. Ищите бук, покупайте. Бук выпиливайте и сверлите. Вот эту кто поставил? Вот эту ты поставил? Ты посмотри, какая она полная, даже сверху. Она вообще под завязку у тебя. И это под завязку. А это замерзло. Взяли, не поставили бутылку. А чопик остался. Вот как так? Что за идиотство? И это, Вова, у тебя пол. Ну, вон, Вовочки, сегодня, смотрите как. Не то, что, блядь, вчера. Понавтыкали там каких-то стекелей, блядь, маленьких. А тут сегодня он победил. Да и то, что-то он не того. Ну, более-менее. Ну, должна была быть полная, по идее-то. Она мимо. Капает-то мимо. Все, съехала. И эта маленькая, которая капает. Что, другой нету, что ли? Такая у него была. На. На. Она же забита у меня. Вытаскивай. На. На, забивать. А ту в карман. А я ее перелью. Я тебя понимаю. Ладно, пойдем дальше. А что пойдем дальше? Сейчас я тебе эту сниму. Понавяжут тут всякой бяки. Получается все. Ну, пошли дальше. Ну вот, бутылочки полные. Две большие разницы по сравнению с то, что они вчера поставили. Все полные. Все как положено, все как должно быть. И там все полное, кроме одной. И этот сейчас придет с полными бутылками. Все хорошо у нас. А у нас клен еще. Капит клен. Клен потихонечку идет еще. Но уже совсем плохо. А с него уже много выдавили. Я литр только 6, наверное, взял, как не больше. Стоит. Все.